я раз, не знаю, читалочек 4, 5. Поэтому буду Овер, просто выходи гулять. Цифру. И раз, бам. Два, три, четыре, пять. А, так, голубая. Как? Ребята, всем здорова! С вами по-прежнему Оверикос, и сегодня у нас будет просто невероятно замечательный режим в скраб-механике! Всем здорова, ребята! В общем, друзья, такого еще никто не делал в скраб-механике, ну, как нам кажется, потому что я лично некий такого еще не видел. Я в общем, ребят, это, да. Нам наш подписчик Коля сделал невероятный режим, который называется «Русская рулетка». Я знаю, что вам русская рулетка очень нравится, потому что мы такое записывали в другой игрушке, ребят, но в скраб-механике мы таким не занимались. Давай, Никита, бежим, посмотрим на эту постройку, смотри, давай. Как она прикольно выглядит. Какие-то деревья некие, только я пока не понимаю, где вообще рулетка русская. Ну ладно, сейчас, ребят, она, будем разбираться. Внутри, да, сейчас будем смотреть, что и как тут делать. А где вход, Никит? Подожди, вот а он там спереди был, нет, где-то вот. А вот там тут вот я зашел куда-то. Столб какой-то. О, вот они и машинки. В общем, а, ребят, вот, вот, давайте вот, мы да, сейчас да. вообще расскажем вам правила. Короче, у нас один человек, либо я, либо Некит, залазит в одну из этих шести машин. Другой человек, ребят, должен угадать с трех попыток, в какую из машин сел противник. Вот, например, если я угадываю, ребят, вот то, что Некит сел, например, в голубую или в желтую, то как бы мне засчитывается балл, а Некиту нет. Ну, в принципе, правила простые. Если я, ребят, за три попытки не угадываю, то засчитывается балл тому человеку, который прятался. Ну, в принципе, все легко и просто. Так, Некит, а куда такое? Ты зашел? Ну-ка, погоди. Я куда за... Да... Что? Что погоди. Это такое? Че, братан, там? Ну поднимись, тут лифт так, есть, получается. А я нажал кнопку, двери кнопку. Не открываются или он спускается? Я не знаю, спускается. Все, я нажал кнопочку, давай сейчас посмотрим, разберемся есть, сначала вот со всем. Вот это круто. Что вот там такое, братан? Круто. Ну-ка. Смотри, нажимай вот на эту кнопку и смотри тут, что происходит, чтобы я вот это да. Офигенно. Неплохо, смотри, например, вот так я спрятался, да, и ты потом угадываешь. Просто отключаю вот эту штуку. Подожди, а что происходит? Машинка взрывается или нет? Ну-ка, подожди. А, просто открываются, ребят, двери, но вообще в русской рулетке как бы там стреляют, выстрелы, но в скраб-механике мы будем заниматься таким вот делом, но все равно это реально как русская рулетка. Все, Некит, давай, я тогда буду первый ныкаться. Давай. Погнали, я спускаюсь вниз, блин, долго лифт работает, так, но я пока страшного. Что включу себе тонировочку такую, давай. Чтобы не посматривать, куда ты там пойдешь. Хорошо. Блин, но здесь очень удобные кнопки, прям по цветам машин я вижу распределены, потому что они точно так же и стояли. Это очень прикольно, ребят, ну реально. Ставьте лайкусик за такой режим. Ого. Так, все. Чё ты я там? Спрятался. Всё, я, в принципе, уже? Спрятался. Да, братан, можешь так, искать. Выключаю тонировочку. Так, ты я меня. Я надеюсь, что ты меня не видишь, братан. Я тебя не вижу, это потому очень что страшно. У меня очень-очень такое стекло страшное. Ага. Вот спереди машины с двигателем стоят, а дальше я просто не вижу. Там ну, уже какие-то давай, очень затонированные. Ну тут чисто рандомно, реально. Пробуй, даже пробуй. Нельзя. У тебя есть три попытки, у меня есть шесть машин. Смотри, с первой попытки. Поехали! Бам! Нет, смотри-ка. А какую ты открыл? Блин, братан? А там открывает, там подожди. Голубую открыл. А, голубую, у меня просто... Чисто да, да, вот так вот открылась хорошо. Она. Хорошо, ну, давай. Если чё, ребята, сразу пишите в комментариях, угадает он сейчас или нет. Последняя попытка, да, блин! Нет. Последняя! Давай! Ничего не угадал? Все, ты все открыл? Вот да, он я, вот все... я в черный. Что? Блин, я о ней даже вообще не задумывался, да, братан. Да, я сидел офигеть, в черный, брат. Блин, а может так, нам как-то лифт убрать? Закрыть? Смотри, может как-то кресло поставим, чтобы быстрее, знаешь? Да нет, мы... пофиг. Да, подожди, давай я тогда хоть подымусь, погоди. Давай, давай. Стой, стой, я буду подниматься. Вот так, короче, будем все рассинхронно давай. Вот так все делать. Блин, ребят, реально прикольно, но у нас получается уже некий 1-0 с тобой. Я выиграл первый раунд. Так, давай я закрываю окно, ты закрыл, так, да, все машинки? Так, я спускаюсь пока что. Блин, но лифт на самом деле прикольно сделан, ну согласись, да. Ну реально, это Некит, очень. Закрой черную тачку, прикольно. Братан, залезь в нее и закрой. А я, короче, закрыл стекло, так. И в принципе ты можешь вот закрой только тачку и прячься. Можно всё. Было, что ли? Фух, ребят, теперь. Чисто ты меня нашел, значит, и я просто взял, закрыл, брат. Все, давай. Давай, я жду. Я не знаю. Ой, ребята, я хочу угадать. Я хочу угадать, где Некит, блин. Шесть ну машин, чё, три попытки. Вот как думаешь, у тебя интуиция какая? Ой, ну, у меня интуиция не очень хорошая, братан. Ты все, ты спрятался? Можно да, я спрятался. Открываю, ребят, стекло. Так, я даже не что знаю, первого брат. Раза? Ладно, давай вот так. Нет, ладно. Ты открыл первую? Да, да. Так, ладно. Эники, бенники, ели вареники, эники, бенники, кус. Блин, ну тут неудобная опа! Камера. Нет, о, не попал. Нормально, так, я тоже ее открывал, ладно. Но я ее первый не открывал. Попал, братан, я не знаю, куда он сныкался, ребят. Блин, ну давай сюда.
Нет! Но ты угадал? Был реально рядом, угадал? Братан, нет? Но ты был реально рядом, вот я. В желтенькой, капец, это сложно на самом деле. Давай, подымайся, короче, братан. Не, ну в Брикфиксе хотя бы как-то можно отгадать, ну, именно такую вот штуку, именно вот, ну, как бы, рюкзачок там торчит, ну, или ну, не пушка, знаю, я никогда, не, по- типа я никогда не пользовался подсказками там, я, ну, честно, что... нашел интуицию. Куда? А что у нас закрывается? Все, давай, так, я поехал вниз. Ребята, у нас 1-1. Да, братан, это 1-1 жестко. Получается. Да, 1-1. Ё-моё, вот это жесть. Так, ладно. Не, ну как бы не 1-1, ну, да, 0-0, можно, а 0-0, считать. Можно, потому считать что 0-0, мы вообще, да, никто никого не, это, да, не нашел ни разу. Все, я спрятался. Блин. Давай. Все, уже спрятался? Да, так, да, выключаем, да, тонировку. В принципе, я не знаю вообще, зачем здесь тонировка нужна. Можно, в принципе, с тонировкой тыкать на изи клавиши и, в принципе, вот так вот и... Ну, давай, давай, тыкай, тыкай. Опа, не попал. Так, смотри, просто с первого раза. Вау, ей! Красава! 1-0, ребята! Некит меня поймал. Ё-моё, как ты это сделал, брат? Каким образом у тебя получилось это сделать? Что это за фигня сейчас была? Я не знаю, но я подумал, что ты именно вот в том ряду, в этой желтой тачке. Просто, ребят, у нас Кус открывает счет. 1-0, неплохо, братан. Блин, теперь так, надо я спускаюсь. Мне как-то угадать, где ты погнал. Сидишь. Ну ладно, сейчас будем, ребят, думать. Так, ты там включил тонировочку? Да-да-да, конечно, все отлично, можешь прятаться. Ну да-да-да. Спрятался? Нет. Так, да. Так, ладно. Ребят, все, короче, проходимся сейчас вот так, смотрите. Бам, не попал. Бам, да, не попал. Не попал. Бам, не попал. И где ты был? Ладно, красава, братан, считай, что ты попал. А, ну ты не спрятался. Не, давай, я давай. Я просто сидел снизу. Не-не-не-не-не-не, давай прячься, братан. Ну ладно, ну ладно. Нет, не считается, нифига. Блин, мне Некит. Мне просто было интересно, ты уже... догадаешься, ты знаешь, но это реально как я расстроился, братан. Ты знаешь, как я расстроился, что ты, я не открыл, ну как бы не поймал тебя. Блин, ребят, слава богу, что Некит просто прикалывается. Ну, я думаю, что ты сейчас это... Спрятался? Попадешь, потому что, ну реально тут палевная позиция, но... и я думаю, ты реально... Спрятался? Давай, я спрятался. Да, давай, все. Ладно, поехали. Вон, бам, открываешь там все вот это. Оп, ой, бам, ой, бам, ой, 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 бам. Ну как? Ты меня наконец-то нашел. Нашел, нашел, а я уже расстроился. Нашел. Ой, блин, ребят. Кстати, Некит, я открыл, по-моему, все те же машины, которые открывал в прошлый раз, да? Или нет? Или я черную по-моему, открывал? По-моему, да, по-моему, да. В общем, ребята, 1-1, наконец-то, Некит, я тебя поймал. Ну, найс. Фух, ребята, это было реально потно, но я справился. Ой, отлично, так, просто, Некит. Так, я давай. Понимаю. И сейчас ну, я это буду реально прятаться. Жесткая интуиция, прям. Ой. Вот тут прям вот так битва экстрасенсов. По-другому это никак не назвать, братан. А ведь это реально, потому что битва экстрасенсов уже было, типа в машине прячутся. А, в багажнике, точняк! Ребят, это не просто у нас русская рулетка, это русская рулетка с битвой экстрасенсов вместе взята. Ага. Так, блин, я нечаянно кнопку нажал, теперь не хочу в эту машину прятаться. Все, я спрятался. Давай, Некит, сейчас ты сыграешь последний раз, а потом я сыграю последний раз и посмотрим. Как раз у нас 1-1 с тобой. Я сейчас буду, я не знаю, считалочка. Раз, ну... Я раз, не знаю, два, считалочек, три, четыре, пять. Поэтому буду овер, просто на рандомную гулять, цифру. И раз, бам. Два, три, четыре, пять. А, так, голубая. Как? Ой, просто сам как? Себя выдал. Просто Некит? Реально сам себя выдал. Почему? Я хотел до 9 досчитать, а ты сказал 5. Раз, два, три, четыре, пять. Как ты, Некит? А я ж не знал, с какой машины ты считать будешь, брат. Ну, а я, ну я середины как бы. Блин, ребята, он с первого раза угадал. Теперь мне предстоит, Некит, сделать все то же самое. Ты понимаешь? Мне надо будет сейчас угадать, где ты сидишь. Это просто жесть. Ух, все, прячься, брат. Я надеюсь, я сейчас реально хорошо спрячусь, и у нас будет хороший ёлки. Да, я надеюсь, ты, братан, сейчас в желтую просто залезешь, и я в желтую открою, и все. Спрятался? Так. Да. Ладно, ребят, короче, пробуем. Фух, так, Некит, я не знаю. Ладно, поехали. Раз. Просто изи. Не попал, Некит? Нет. Не попал, реально? Не. Я боюсь, ребят, я боюсь нажимать, блин. Попал? Нет. Ай, Некит, Некит, Некит.
У меня есть 3 попытки, ребят. Это последний раунд. 2-1. Ребят, не знаю. Не знаю, куда нажимать. Просто не знаю. А-а-а, всё! Да! Нет! Хорош! Я с первого раза не угадал просто. Я не думал, что ты туда сядешь, Некит. Ребят, я сказал, Некит, садись желтую, и ты реально туда сел? Капец. Ну да. Вот это жесть, ребят. В общем, у нас получилось 2-2, ребят. Вот такое вот замечательное видео у нас также получилось. Мы надеемся, что видос вам понравился. Он был реально очень веселый, очень забавный, очень смешной и оригинальный. Такого еще не было. Ставьте большие пальцы вверх, если вам видос понравился, а он вам обязательно должен понравиться. Также, друзья, если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово «русская рулетка». Это будет реально здорово. Узнаем, кто смотрит ролики до конца, а кто нет. А также, ребят, если у вас есть какой-то прикольный режим или прикольная идея, прикольная карта, можете нам скинуть ее ВКонтакте. Если она нам понравится, то мы обязательно запишем видео на вашей карте. Ну а с вами сегодня были Овер и Кус. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Все ссылочки будут в описании. Также обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики. Не забывайте про большие пальцы вверх. Всем удачи, ребят. Увидимся, услышимся в следующих роликах. Спасибо за просмотр и пока-пока. Пока, ребята!